После Мюнхенской Олимпиады ушло в прошлое троеборье. Остались динамичные движения, рывок и толчок. Еще более обострилась борьба соперников. Молодой атлет из ГДР Герт Бонг и талантливый болгарский штангист Христо Плачков – основные конкуренты нашего богатыря. Вес на штанге 182,5 килограмма. Василий Алексеев, Советский Союз. Тактическая борьба началась с первого же подхода. Растут веса, нарастает напряжение схватки. Техника исполнения рывка у Плачкова безупречна. Огромный вес 195 килограммов он вырвал легко и красиво. Рывок дал Плачкову преимущество в 7,5 килограммов. Но тяжелоатлетическая мудрость гласит, кто силен в толчке, тот вообще силен. В первой попытке Плачков показывает 225 килограммов. Расходовал слишком много сил на рывок, стремясь как можно дальше оторваться от Алексеева. Психологически Христо Плачков не готов бороться с Алексеевым. Особенно это было заметно их соревнование за кулисами. И Плачков все время не был сосредоточен в себе, как обычно атлеты. Прежде чем выйти на помост, они уходят в себя, они не замечают никого. Христо Плачков все время внимательно следил за тем, как разминается Василий Алексеев. А Алексеев, наоборот, абсолютно не обращал внимания ни на одного атлета. И действительно, Христо Плачков хорошо выступил в рывке, а в толчке он не мог составить ему серьезную конкуренцию. Алексеев, точно рассчитав варианты, опередил своего основного конкурента. Именно в толчке он не только отыграл потерянное,
но и создал необходимый запас прочности, чтобы чувствовать себя неуязвимым. Бонг толкнул 242,5 килограмма. В сумме он стал вторым. Но Алексеев не был бы Алексеевым, если бы он не поставил свою точку в финале богатырской игры. Он установил второй за этот вечер мировой рекорд. Победа Алексеева закрепила успех сборной команды СССР на этом чемпионате. Знаете, это вообще было ошеломительное для меня зрелище. Я уже отвык от больших залов, от публики. Разволновался, как будто я не выступал до этого 10 лет на больших соревнованиях никогда. Ну вот в этот момент особенно остро я почувствовал, что, в общем-то, не отнять меня от спорта. Что не могу я без спорта. Люблю это, вошло на всю жизнь, и я привязан к нему. И связан с ним настоящей любовью. Не только прошлым, но и своим будущим все равно связан. Спорт всегда был одним из мерил возможностей человека. Время заставило его по-новому взглянуть на себя. Сила человека, как и его разум, беспредельна.